Тяжелая игра. Мы хорошо начали первый тайм. Было много ударов по воротам. Именно хорошо действовали в фазе атаки. В фазе обороны были недостаточно агрессивны, особенно в средней части поля. И соперник несколько раз опасно атаковал с дальней дистанции. И в итоге они забили гол со стандарта. Далее они опустились, закрыли все свободные зоны. Большим количеством людей оборонялись. Мы пытались вскрыть эту оборону, но у нас было много открываний недодачу и не хватало ширины атаки. В перерыве сделали замены, внесли коррективы, попросили больше рисковать, больше обострять, больше бить по воротам. Сразу же отыгрались, и потом игра проходила под нашим контролем. Соперник сидел на своей половине поля, практически не атаковал. Радует, что ребята, которые вышли на замену, значительно освежили игру и внесли существенный вклад в победу. На 80-й минуте Халназаров спрессинговал, отдал штрафную, где Уткин забил победный гол. И после этого игра не закончилась. У соперника был один момент опасный. Мы имели 2-3 возможности забить в контратаках. В целом радует, что победили, но нужно брать те негативные моменты, которые были в первом тайме, и не пропускать первый мяч.